Кыргызстан лишен полноты информации. Необходимо полноценно донести до наших зрителей, что происходит на Украине. Это очень важный момент. Для меня, как для гражданина, показать, что необходимо восстановить мир на Украине. Нельзя агрессивными военными методами вторгаться на чужую территорию. Это очень важно. Если сегодня можно пресечь границы одного государства, то завтра это возможно будет сделать в любой другой стране. Это может быть север Казахстана, это может быть Узбекистан, любая другая страна. Мы просим за столом переговоров двух государств, они должны сесть и поговорить, решить разногласия. Интересы государства должны решаться в рамках переговоров, а не военных действий. Это очень важно. Почему для нас? Для нас, страны, которая находится в сердце Центральной Азии, в которой находятся две авиабазы, для нас это очень принципиально важно. Мы хотим донести до граждан Кыргызстана, что информация, которая подается на каналы РТР, ОРТ и так далее, и на наших телеканалах, она не объективна. Она однобока. Необходимо посмотреть CNN, необходимо посмотреть Fox канал, необходимо почитать татарское телевидение, посмотреть татарское телевидение и увидеть. После этого можно объективно оценить. Мы просим граждан Кыргызстана не смотреть один канал и говорить, вот все так происходит. Неправда. Мы хотим, чтобы вы посмотрели объективно всю информацию и сделали свои выводы. Ну что, собираем подписи? Спасибо, да? Большое. Спасибо, да. Мы собираем подписи под обращение. Мы против войны и сепаратизма.